full strength. Les deux équipes au complet. Tschechoslowakei, 2 Strafminuten für die Nummer 7, Postbeschild wegen Beinstellens. Tschechoslowakia, 2 minutes penalty for number 7, Postbeschild for tripping. Tschechoslowakie, 2 minutes de pénalité pour le numéro 7, Postbeschild pour faire tomber. Thank you.
с Финном решающую игру, где могли бы зацепиться вот за это место в четвертьфинале, причем проиграли крупно со счетом 4-0. Ну, в этом году вот мы уже очень уверенно попали в финал. И к тому же, простите, в четвертьфинал. И к тому же заняли в своей группе первое место. Поэтому вот принимаем соперника у себя. Никуда нам не пришлось ехать. И это, безусловно, способствовало тому, чтобы... Да, хорошо подготовиться к игре. Нарушение правил. Не просто шлагбаум Ковалеву финский игрок поставил, но выставил еще и локоть. Ну, а у нас пока рекламная пауза. Ерик Ралахти удален у финнов. Он действительно очень грубо сыграл против Алексея Ковалева. А нам показывают наиболее острые фрагменты прошедших 4 минут. И сейчас будет вбрасывание в средней зоне, но ближе к воротам финского вратаря Никласа Бэкстрема. Ну, посмотрим, что смогут предпринять наши. Я говорю это потому, что сегодня днем, после утренней раскатки, ну, где-то часов 12, наверное, беседовал с нашими тренерами Крикуновым и Михайловым. И они жаловались на то, что плохо играем в большинстве. Так что, уважаемые телезрители, когда мы с Сергеем критикуем нашу сборную за плохую игру, это мы критикуем, не только мы критикуем, но и тренеры очень недовольны игрой. Ну, данные по тому, как играли в большинстве наши, вы видели на экране, действительно удручающее ощущение. Финны оборонялись немножечко получше, но все-таки тоже пропустили. Финны, кстати, большинство реализуют неплохо. Из 14 заброшенных ими шайб на турнире 6 они забросили, играя в большинстве. Ну, назад можно сейчас отдать. Мы в большинстве. Это Козлов. Под ним Ковальчук. Назад на защитника. Снова Козлов. Ковальчук. Вот надо поменяться местами, конечно. Это бросок Ковальчука. Еще один бросок. Шайба попадает в Кукканина во второго номера. И не должна шайба выйти за пределы. Гусев. Хорошо, великолепно было сыграно. Ну, Гусеву вроде особенно не надо открываться туда. Козлов. Назад защитнику, да. И бросок сходу. Великолепный бросок. Это Калинин бросал. Хорошо сыграл вратарь финской сборной. Тимонен. Не играл Тимонен предыдущую игру. Положение вне игры. Шайба вышла из зоны. Ну, если и вышла, то чуть-чуть. Надо отметить то, что я сегодня был на тренировке нашей команды, и почти половину из отведенных получаса наша сборная усиленно тренировала игру в большинстве 5 на 4. Потом тренировали булиты. Я не знаю, о чем это будет говорить, но, честно говоря, даже на тренировке... Не исключен овертайм, поэтому и тренируют булиты. Но я просто замечу, что, к сожалению, даже на тренировке нашей, играя в большинстве... Вы знаете, за то время, что я наблюдал, два раза только поразили ворота. Действительно, очень неважно. Даже вызвали такое неудовольствие у второго нашего тренера, проводящего занятия, у Бориса Михайлова, который просто там, я бы сказал, в очень жесткой форме выговаривал нападающим, когда они давали рискованные пасы через среднюю зону, через перехватываемого защитника, кричал: «Отдай защитнику, это самое простое». Ну, пока игра в большинстве не идет. Нам еще 5 секунд играть. Численный бой. Ох, какой мощный бросок. Это Парсинин. Два звена у нас побывали на площадке при игре 5 на 4. Ну, что же мы бросаем по воротам? Можно и попытаться обыграть соперника. Тем более, что Семин может это делать. Прошкин. Параллельно с нами идет 4-й четвертьфинальный матч, где лидеры Инсбургской группы, шведы, встречаются со швейцарцами. И там удручающее для шведов начало. Швейцарцы повели со счетом 1-0. Ну, посмотрим, как там будут развиваться события. Игра только началась. Я не думаю, что Швейцария сильнее Швеции. Хотя... Может быть и сенсация. У нас 4-е звено на площадке. Малкин, Овечкин и Афиногенов.
Хорошо, Афиногенов. Ну, надо попытаться обыграть соперника. Или будет бросать бросок к воротам. Нет, мимо. В очередной раз Прошкин. Овечкин. Ну, там его блокировали просто. Куканин, Куканин, да, не дал возможности ему даже не то, что поднять глаза, а наложил оторвать, клюшку сверху, да, и все. Оторвать клюшку, ну, ото льда. Все-таки будем говорить, что Овечкин это все-таки юниор еще. По такому принципу. Ну, не мужик, а там мужик. Здоровенный, физически крепкий. Не удалось. У Овечкина уже есть определенный опыт игры на чемпионате мира. Он в прошлом году выступал. Каралахте. Бросок к воротам. И 1-0 проигрываем. А вот опять ошибка, когда не смогли выбросить шайбу из зоны. Яни Риита ее подхватил, прошел по борту. И он, собственно говоря, вот эту карусель у нас и закрутил у ворот. Надо просто держать защитников соперника. Больше ничего не нужно. Отдохните немного, друзья. Посмотрите, как это было. Пока сладки. И тоже, понимаете, вот бывает так в жизни. 7 игр человек провел, не забил ни одной шайбы. А в самом нужном матче он забивает и открывает счет. И дает такой хороший эмоциональный фон для всей своей команды. Надо держать защитников, Сергей. У нас это проблема. Крайние нападающие плохо свои оборонительные функции выполняет. Калинин брошена. Шайба будет в зону. Второе звено на площадке во главе с Зиновьем. Финны выбрасывают шайбу из зоны. А у них первое звено. Йокинен, Олли Пелтонен и Калле. Виктор Козлов. Но дальний защитник свободен. Я вам скажу, что вообще финны для нас неприятный соперник. Неприятный. В этом году мы с ними играли в Евротуре 3. На Карелла Кап проиграли 3-4. Кубок Росно выиграли только 2-1. И выиграли матч на шведских играх в овертайме со счетом 4-3. Ну, должен сказать, что матч этот игрался в Тампере на поле соперника. Рекламная пауза у нас. Продолжая тему, и пока есть время до вбрасывания. С 92 года в официальных матчах мы сыграли 12 раз. У нас 5 побед, 6 поражений, 1 ничья. Ну, а остальные игры, я имею в виду вот, Евротур, товарищеские игры, ну, у нас 20 побед, 24 поражения и 5 ничьих. Так что баланс встреч с 92 года не в нашу пользу. Особенно он плох, начиная где-то года с 96-го. Ну, в 95-м финны были чемпионами мира. Да, да. Ну, правда, единственный раз, как и мы. Ну, больше раз были призерами. Шведы сравняли счет матча со швейцарцами в Инсбруке. Карповцев успеет первым к шайбе. Да, успевает. Я напоминаю, что вы должны сделать прогноз на исход первого периода. Осталось у вас на это всего лишь где-то около 40 секунд. Торопитесь. Вас ждут 30 призовых очков. Ну что ж, такие простые броски у Семина. Даже нет попытки пройти к воротам, обострить как-то ситуацию. У финнов, как правило, очень хорошие вратари. И им просто так не забьешь. У нас замена. Выходит звено Малкина. И защитники Прошкин и Рязанцев. Как боролись с Яшиным. Как его там мучили просто. Сейчас мы смотрели замедленный повтор. Так, финны выходят 3 в 2. Овечкину надо догнать. Ну, ребята. Соколов молодец. Быстрая финская контратака. Причем с моментальным розыгрышем шайбы на очень высокой скорости.
Третье звено. Хагман, Виухкола и Юсси Йокинен. Хозяйничают пока они в нашей зоне. Как-то так пассивно наши обороняются. Уж очень пассивно. Очень пассивно. Неплотно держит соперника. Вяненен бросал поворотом. Ну, слава богу, попало в кого-то из наших, по-моему, высокого Малкина. Малкина. Овечкин бросался под шайбу смело, причем спиной, незащищенной стороной. Это не очень правильно, но похвалить его за смелость я обязан. Нет, очень острый угол. Макс бросал Афиногенов. Вратарь был на месте. Бэкстрим бесполезно отсюда ему забивать. Вихкол выбросил шайбу из зоны. Овечкин. Нет, наверное, не сможет обыграть Вяйнена. Да, мощный защитник. Вводим мы много. Финны тут же отделяют соперника от шайбы. В силовой борьбе они очень... У них плотнее оборона, просто плотнее. Да, Овечкин сейчас здорово подрабатывал шайбу. Удаление у нас последует сейчас. Денисов? Нет. Нет, нет. Вашиткевич, по-моему. Да. Да, совершенно верно. Один из лучших наших защитников допустил ошибку. Сергей Вашиткевич сейчас на скамеечке штрафников. 10 минут и 52 секунды первого периода позади. У нас Харитонов, Дацук, Марков, Денисов. Нумелин. Очень опасный игрок при игре 5 на 4. Очень опасный. Проброс. Попытка сделать передачу на синюю линию. Но чуть-чуть не точно было. Шайба пролетела все зоны. Борис, а смотрите, финны не изменяют себе. Если есть возможность провести острую контратаку с вот таким продольным пасом под синюю линию, даже играя в большинстве, они ей пользуются. То есть не так вот, чтобы преодолеть красную линию, синюю, войти, расставиться. Есть возможность острой атаки дать. Ну, это как эпизод. Такие эпизоды у нашей команды тоже проходят. Ну, я имею в виду при игре в большинстве. Казалось бы, чего торопиться? Можно было бы более уверенно сыграть. В данном случае игрок рискнул. Но вот риск этот не оправдался. Шайба партнера не нашла. Назад мы будем откатываться. Козлов, Зиновьев. И все та же, по-моему, пара защитников. А нет, Гусев, Вилли Пелтонен с шайбой. Перекрывают борта финские хоккеисты, поэтому, вы знаете, через борт выбрасывать шайбу практически нельзя. Не видит шайбу Соколов. Соколов, да, перед ним буквально столпотворение своих и чужих. Выброшена шайба из зоны. Колени. Опасно. Вот как только финский защитник получает шайбу, очень опасно перед нами воротами. Там буквально все горит, лед плавится. Карповцев. Да что ж такое, а сами себе завезли. 2-0. Максим отбил, промахнулся с лету, но он отбил и от своего конька. Ну и начало. Ну, мы легкой игры не ожидали, если честно. Более, да, того, да, более, да, того, понимали, что команда у нас весь турнир прошла очень трудно. И несмотря на то, что она была первой в своей квалификационной группе, она с большим трудом это делала. Сами себе забили. Сами себе. Денисов, по-моему, отправил. Пытался рукой отбить. Да, совершенно верно. Рукой отправил шайбу в собственные ворота. На кого запишут эту шайбу организаторы турнира, я не знаю. Секретари матча. Подождем. Какой легкий бросок. От конька. Шайбу записали на счет Юки Хентунина. Ну, давайте запишем и мы тоже. Хентунин. 2-0.
Овечкин. Очень нужна заброшенная шайба. Очень. Мы можем сейчас говорить о том, что у финнов более стабильный состав. 14 человек от прошлогоднего чемпионата мира. У нас только 9. Но это, я думаю, не очень серьезное оправдание для нашей сборной команды. Овечкин сам идет. А 5 человек уже у финнов обороняются. Уже готовы его встретить. И серьезной помощи от партнеров там нет. Мы меняем состав. Пакас Лахти. Руту бросает. Рекламная пауза. Я бы добавил в коллективной игре в зоне соперника. Очень мы торопимся бросать по воротам, когда находимся в неудобном положении. Когда есть возможность попытаться обыграть соперника, выйти на улучшенную позицию. Пока у нас вот этого нет. Я не знаю, почему мы торопимся. Очевидно, тренеров несут все-таки какие-то коррективы. Может быть, почувствовали игроки, что стоит им только чуть-чуть задержаться с шайбой, как тут же очень жестко играют защитники, отделяя их от шайбы. В силовой борьбе проигрываем? Да нет, ну что же, первый раз, что ли, мы с такой жесткой силовой игрой сталкиваемся. У нас, слава богу, была очень непростая в этом плане игра и с чехами, и со словаками, да и со Швейцарией тоже. Ну, там мы нормально действовали. Мы пытались комбинировать, делать в зоне соперника передачи. Дацук, это Ковалев, бросок к воротам, нет, шайба попадает в Сёдерхольма. А Бэкстрем на месте. Какая реакция у Бэкстрема? Блестящая. Очень серьезный вратарь. И ведь, правда, повезло, шайба попала в клюшку защитника сначала. Не такой силы получился бросок, но Бэкстрем все равно молодец. Зиновьев на вбрасывание. Зиновьев, Козлов, Ковальчук и защитники Калинин и Гусев. Так, Калинину надо быстрее шайбу подбирать. А у финнов второе звено. Хентунин, Персинин и Капанин. Ковальчук шайбы. Финнов 5 человек сзади уже. Все. Приходится только вбрасывать. И шайба достается сопернику. Козлов. Выброшена шайба из зоны. Не мудрят. Играют просто. Но не надо трогать соперника без шайбы, а то получим сейчас 2 минуты. Ну, это Гусев. Он без игровой практики был, довольно долго идет. Антипов, Семин и Яшин. Ковальчук остался еще на льду. Убежит. Ковальчук. А седьмой игрок. Седьмой игрок. Со скамейки запасных выскочил игрок. Если бы по правилам, он, конечно, бы не успевал, но он выскочил гораздо раньше, чем появился на льду его сменщик. В общем, зеванул швейцарский арбитр. Тимонен Каралахтин у финнов и идет смена нападающих. Юсси Йокинен, 8-й, Хагман, 14-й. Назад. Хорошо, бросок к воротам. Дошла шайба до ворот? Нет, не дошла. Но все равно очень самоотверженно играют соперники. И пока у нас рекламная пауза. Борис, я хочу вас спросить, вы видите какие-то проблески все-таки выравнивания игры и появления хоть какого-то преимущества у наших? Без него ведь на случай надеяться только. Но чтобы получить преимущество, надо хорошо двигаться, играть на свободного партнера. Тогда будут создаваться моменты. Это касается средней зоны и зоны соперника. Вот в зоне соперника, я уже говорил, мы очень просто играем. Нет, положение вне игры было, конечно, и свисток сейчас будет судьи. Это совершенно очевидно.
Но финны все время заряжены на эти острые, разящие контратаки. Очень у них первый пас хороший такой, под синюю линию. И игроки стартуют буквально очень быстро. Наши защитники по сравнению с ними выглядят медленновато. Но дело еще в том, что вот на этот момат, пожалуйста, неточная передача. Это дело Максим в том, что Финоген. Мы упираемся в оборону соперника. Она очень плотная. И прошла Овечкин. Передача на Овечкина. Так. 2-1. Спасибо. Великолепно. Хорошо. Спасибо Овечкину. И спасибо Бэкстриму, который эту шайбу пропустил. Да. Вот ошибка защитников финских позволила нам... Ну, здесь вот здесь, попал шайбой в ноги Овечкину, и тот выскочил на ударную позицию. Передача-то была очень хорошая, но два защитника ее могли перехватить. Оба не сумели. Один коснулся шайбы, изменил ее направление, но... Вот, смотрите, он же задел шайбу, защитник. Да, он пытался пробросить шайбу мимо Овечкина по борту. Да, и Бэкстрем не очень был готов к тому, чтобы отразить этот бросок. Ну и слава богу, что был не готов. Овечкин 2-1. Домик. Домик, да, между ног, между щитков. И клюшка, шайба-то не очень на клюшке лежала, но тем не менее шайба оказалась в воротах. Ну, как-то полегче немножко, полегче. Ну, подходит к концу первый период. Честно, если, Сергей, я не вижу... Давайте посмотрим. В лице финнов непреодолимой преграды. Ну, пока не вижу по итогам вот первого периода. Успокоиться надо и свою игру играть. И не позволять соперникам вот удаление. Так хозяйничать и хулиганить в чужой зоне. И наказывать их за это, наказывать, разыгрывая большинство. Финны остаются вчетвером. Ваанонен. Оси Ваанонен. Ну, так слишком жесткий защитник. Довольно часто он удаляется. Первое звено у нас на площадке. Ковалев, Дацук, Харитонов. Защитники Марков и Вышиткевич. Проиграл Дацук брасыванием. Это Нуммелин. Ну, вот нам показывают на экране Оси Вейненена. Красивый молодой человек. Дацук. Должен шайбу остановить Вышиткевич. Нет, неудобно она летела вдоль борта. На высоте, наверное, 1 метр. Это Дацук. Ковалев. Назад защитнику. Алексей надо отдать. Ну вот, можно и так. Неплохо очень. Вилли Пелтонен побоялся атаковать Ковалева. Очень сложно. Очень сложно пытаемся как-то сыграть перед воротами. Там, наверное, этого не стоит. Марков. Хорошо, Вышиткевич. Это Ковалев. Но почему же мы совершенно не используем защитников при игре 5 на 4? У нас защитники не бросают. Вот Гусев вышел. Бросок в ворот. Да. 2-2. Какую пенку пустил Бэкстрем? 2-2 Гусев. Я думаю, его заменят. В следующем периоде. Так, две пенки. Ну, первую между ног. Ладно, ну здесь. Ой-ой-ой. Ну что, Гусева выпустили, и вот он забил свою шайбу, да? Да. Замечательно. 2-2. Ну, ваши слова, как говорится, Господу в уши. С финнами бороться можно. Попали. Да. Тем более, что сейчас там перед воротами было 3 человека. Никто, да. Не очень хорошо ситуации в этой разобрался Бэкстрем. Ну вот сейчас посмотрим, ошибается в момент. Он даже не готов, посмотрите, он только присел. Нет, она там, вот она, по ловушке скользнула сверху. Не смог ее поймать ловушкой. Сергей Гусев, 2-2. Ну как-то и настроение чуть получше, да? Сергей Гусев.
Вяненен вбрасывает шайбу к нам в зону. Но там никого из партнеров нет. Финны назад все отошли. Одним игроком вот там Хагман пытается помешать развитию атаки. Хорошо. Зиновьев. Козлов. Очень активная оборона у финнов. Один атакует, двое подстраховывают. Если вдруг там шайба отскакивает, тут же бросается следующий. О-о-о. Нет, все в пределах правил. Все в пределах правил. Хагман. Аюси Йокинен. Что-то молодец, Соколов, молодец, Соколов. Ребята, повнимательно надо сыграть в защите. Ну вот, пожалуйста, удаление за задержку соперника. Руками отправляется кто-то из наших. Я только хотел сказать, что эти 2,5 минуты, оставшиеся до окончания периода, надо провести очень внимательно и дисциплинированно. Очень внимательно. Ну вот тебе, пожалуйста, удаление на пустом месте буквально. Герой нашего матча. Сергей Зиновьев будет отдыхать. Ну а у нас, я вижу, Денисов. По-моему, Рязанцев, Яшин и Карповцев. Там Денисов побился, и вот сейчас ему надо перекрыть обязательно здесь, чтобы не бросили поворотом. Но это же надо, Денисов потерял шайбу. Бросок будет, это Тимонен. Да, Борис Александрович, вы все предугадывали. А я говорил о том, что финны реализуют численное преимущество прилично. И вот они его реализовали. Но наши очень засуетились в обороне сейчас. Сразу трое оказались за воротами. А потом уже, когда пас защитника, и вот то самое, защитники забивают. И у нас Бусев забил. И сейчас защитник забивает. Ну что, Соколов не видел броска, что... Да, вот перед ним двое. Олли Йокинен перед ним и Карповцев. Наверное, Карповцеву надо было с пятачка увозить Олли Йокинена для того, чтобы обзор открыть нашему вратарю. Ну да ладно. Обменялись любезностями. Правда, последняя любезность была не очень желательна для нашей команды. 2-3 мы проигрываем. Минута 8 секунд до окончания первого периода. Прошкин. Партнеру надо оставить. Он что, не видит партнера? Афиногенов. Это Прошкин. Ой-ой-ой. Малкин. Хорошо выехал Малкин. Ай! Шайба лежала рядом со штангой. Но успел вратарь ее накрыть. Вот, пожалуйста, один из примеров. Малкин взял игру на себя, пошел в обводку в зоне соперника. И сразу паника. Опасно, у да. финнов в собственной вот зоне. А, к оператору убрал камеру. Из ворот, я думаю, тоже не будет видно. Потому что шайба лежала около правой штанги. Ее здесь не видно. Вот она за кадром оказалась. Идеальный повтор был бы сверху. Ну так Овечкин круто там побился. Круто, вот, но да. может еще удаление получить. Это с Ниеми он содрал буквально шлем. 30 секунд до окончания первого периода. Ну почему? Почему судья считает, что можно играть? Дацук. Харитонову пас не прошел. Очень внимательно сыграл здесь финский защитник. Сёдер Хольм был безукоризнен. Ковалев. Здорово. Харитонов великолепно. Ну, Саша. Нет. Нет. Сыграл здорово. За 2 секунды до конца первого периода мог, наверное, счет сравнять. 3-2 закончился первый период. Мы пока проигрываем. Перерыв. Пока перерыв. Чуть больше минуты остается хоккеистам, вот уже появляющимся, да, наши появились. Финны только приближаются к выходу на лед. Для того, чтобы начать второй период четвертьфинального матча на первенство мира между сборными России и Финляндии, наши проигрывают 2-3.
Счет довольно неожиданный. Это говорит о том, что, вот, например, в нашем СМС-прогнозе лишь один человек смог правильно спрогнозировать исход первого периода после 10 минут чистого времени игры в первом периоде. Да, действительно. Спросить бы его, как закончится матч. Да. Сергей, действительно, несколько необычный результат, указать который чрезвычайно сложно. Обычно в таких матчах, где решается многое, команда уделяет повышенное внимание обороне и, как правило, забивается шайб не так уж много. Ну, я напоминаю, что мы продолжаем чемпионат телеболельщиков вместе с чемпионом мира по хоккею, поэтому вы можете сделать СМС-прогноз на исход второго периода матча. Напоминаю, что вы его должны сделать за 10 минут игрового времени. Итак, первая цифра в вашем прогнозе – это счет, вернее, количество шайб обьет сборная во втором периоде, а следующая цифра – шайб финские хоккеисты. И напоминаю, что увеличить свои приборы sport.rambler.игры в исходе периодов и выигрываете призы. Итак, стартоплощадки. Йокинен, Пелтонен, Лачки, Тимонен и Каралахти. У нашего Шиткевич, Марков, Ковалев, Дацук, Харитонов. Финны даже не думают атаковать нас, когда мы владеем шайбой где-то. Бросок мощный какой Дацука, но мимо ворот. И броска-то этого не видел вратарь финской сборной. Хорошо, великолепно. Конечно, хорошо, когда мы много бросаем, но вы знаете, быть оправданным в соответствии с обстоятельствами, которые диктуются игровой обстановкой. Да, в первом периоде по броскам мы явно превзошли соперников, 14 против 8, но количество шайб, забитых финнами, 3, а у нас только 2. Меняем составы. Нуммелин, Антти Юсиньеми. 3-й и 7-й, соответственно, номера у финской сборной. И второе звено. Юха Хентонен, Тима Персенен и Нико Капанен. Вторая минута идет в Инсбруке второго периода. Там после первого 1-1, и счет на табло сохраняется. Шведы, Швейцария 1-1. Был острый момент, но не забили шведы. Можно играть. Это Ковальчук. Неплохо играл на Зиновьева. Вне игры. Ковальчук глубоко был в зоне и не очень торопился вернуться, к сожалению. Мне кажется, что иногда Илья, когда у него что-то не получается, он немножко разочаровывается и вот не по-игротски поступает, превращаясь немножечко в зрителя. Ну, это такая мягкая критика в его адрес сегодня, потому что я очень верю, что Ковальчук вот в таких тяжелых условиях должен отличиться. Овечкин же смог. Мы тоже не особенно активно отбираем шайбу у соперника. Соколов. Это Зиновьев. Пас на Козлова. Хороший пас. Точный. Прям в клюшку Виктору. Ну, кстати говоря, Зиновьев владеет искусством паса очень и очень неплохо. Не помогли там Ковальчуку. Гусев. Да нет, положение вне игры. Надо выйти из зоны нашим нападающим. Ну куда Ковальчук там побежал? Он не видит, что арбитр поднял руку, что ли? Не знаю, бесполезно совершенно. Антипов. Как-то немножко третье звено у нас в сегодняшней встрече. Не очень заметно. Ну пока. Еще два периода впереди. Бросок к воротам. Это Карповцев. Хорошо, можно играть. Яшин. Яшин, бросок к воротам. Бэкстрем хорошо сыграл. И шайба выброшена за пределы поля. Ну что, Яшин как-то вот немножечко меня порадовал тем, что он получил шайбу на синей линии. Довольно быстро продвинулся вперед, хотя он не быстр. И использовал эту ситуацию, ну, по максимуму. Ну, максимальнее было бы, если бы он все-таки попал. Ну, вот он. Да. Ну, хорошо бросал, но... Все здорово. Ну, вратарь... Сыграл, и вратарь хорошо сыграл. Да.
Прошкин. Бросок к воротам мимо. Я не видел шайбы, и многие, наверное, зрители не видели. Такой мощный был бросок. Руту. Ярко Руту. Нет, не получилось. Откуда-то со скамейки выскочил. И главное, не закрыт был борт. Очень опасно да, это было. Уже вот случай, до сих пор калитка не закрыта. Да. Тут уже травму получил. Ох, хороша передача. Это Малкин. Положение вне игры. На приеме ошибся и моментально сам оказался в зоне. И только после него туда заползла шайба. У финнов такой ровный состав, особенно результативных нет. Персинен там 1 плюс 4, Капанем 1 плюс 4 по 5 очков. И Олли Йокинен 1 плюс 3, 4 очка. У нас Ковальчук забросил 3 шайбы. Ну а что касается самых результативных, то это Нэш 11, 9 Датюк, плюс классная 2. Передача. И опять вне игры. Нет, удаление. Удаление у финнов. За задержку будет удален Кима Тимонин, по-моему. Нет? Нет. Каллио. Каллио, да. А у нас рекламная пауза. Сегодня один раз нам удалось реализовать преимущество в лишнее. Шайба Гусева. 2-2 было. Первое звено выходит на площадку у нас. Томми Каллио отправился отдыхать у финской сборной. 5-4. Ну, я хочу еще раз напомнить, что мы не очень сильны на этом чемпионате, в этом компоненте. У нас только 12-й результат, 12,5% реализация большинства. Ну, да бог с ним. Важно, чтобы сегодня она была хорошей. Успеет Дацук или нет? Вышла шайба из зоны. Вашиткевич. Ковалев. Нет, неудачно не принял. Неудачно принял шайбу. Финны меняют свой состав быстро-быстро. А появляется Руту. Это Ковалев. Ну, хорошо, вошли. Не надо. Не надо этого делать. Можно было пробросить шайбу в другую сторону. Контратака финской сборной. Вышиткевич. Должен был сыграть, но его как классно обыгрывал соперник, да? Пакос Лахти. Это был Пакос Лахти. Одну минуту это звено находится на площадке. Уже, конечно, тяжеловато. Положение вне игры. В современном хоккее 40-45 секунд от силы можно находиться на поле. Козлов, Зиновьев, Ковальчук, защитники Гусев и Калинин. А для тех, кто, может быть, опоздал к началу трансляции, я напомню, что главным судьей или рефери, как его называют, матча является Брент Райбер из Швейцарии. Ему помогают Петр Блюмель из Чехии и канадец Дерек Дуссе. Калинин. Хагман, Юсси Йокинен. Ну, если это была не задержка, то тогда... Была что? Явная задержка, конечно, 200%. Хагман нарушал правила, но Райбер... Не отреагировал. Козлов. Классно Ветя сыграл. Зиновьев. Надо спокойно расставиться нам. Козлов. Он не будет спешить. Он это умеет делать. Ай. Подставленная клюшка Зиновьева. С лета поймал шайбу. Чуть было она не оказалась в воротах. Козлова за майку держит сзади защитник, просто откровенно за свитер. В полном составе финской сборной ни одного броска по воротам. Ни одного. Одна пятерка не могла никак войти в зону, вторая вошла. Ну, а что касается умения разыграть там, то это умение не проявило. Вилли Пелтонен. Каллио рядом с ним, но тот Пелтонен предпочел бросить шайбу в зону. Яшин. Финны очень внимательно играют сегодня в обороне. Вообще это у них, в принципе, хорошая сторона. И надежный довольно компонент игры.
Но сегодня уж больно внимательно. У них меньше четверых игроков в обороне не бывает. Карповцев. Нет, не удалось Семину принять шайбу. А надо Яшин. Ли было играть в сторону защитника? У Семина левый фланг был пустой весь. Но он плохо принял шайбу, поэтому у него и не получилось обыграть защитника. Ну, сегодняшний вот этот вот матч явно не в... пользу этой пары. Предыдущая пара играла гораздо интереснее, мощнее, динамичнее. Очень много было столкновений. Да не было вне игры-то, не было. У Овечкина не было. Шведы вышли вперед в матче со швейцарцами 2-1. Рязанцев. Снова Рязанцев. Ну, Овечкин убежал уже на синюю линию соперника. Это Афиногенов. Бросок к воротам. Бэкстром выкатывается из ворот. И шайба попадает в него. Но почему мы все время шайбу-то вбрасываем? Неужели нельзя попытаться войти шайбой в зону соперника? С учетом того, что там аж 4 соперника, но они первыми подбирают шайбу, проброшенную к ним в зону. Вот вроде мы владеем территориальным преимуществом во втором периоде, а заканчивается 8-я минута, но никак из этого территориального преимущества не можем извлечь ничего. Не смог Ковалев остановить шайбу. Сильно она была проброшена по борту. Марков. Харитонов. Рашиткевич. Бросок к воротам. Это Марков бросал. Ну, Ковалев опять не получается остановить шайбу. Дацук, Овечкин там. Ай, как не получилось. Харитонов, простите, был. Накатывался на дальнюю штангу, но не прошел пас. Да. Выше ворот, это да, Харитонов. Да, 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 да. Хорошая атака. Очень хорошая атака, вымотавшая буквально соперника. Но шайба в ворота никак не идет. Или промахиваемся, или она летит. Как-то совсем не по той траектории. Рекламная пауза. Борис, я хочу вас спросить, пока есть время. Может быть, вот учитывая ту неуверенность, которой пропустил обе шайбы Бэкстрем, наши тренеры посоветовали бросать при любой возможности? Я не думаю. Я не думаю, потому что мы и так достаточно много бросали. Скорее всего... 10-1 счет бросков к этому времени, вот во втором периоде. Скорее всего, команда была... Рекомендации были, чтобы бросать только тогда, когда это удобно и когда идет непосредственная угроза воротам. Вот скорее всего, так. Реально, финны по нашим воротам попали один раз, а мы 10 бросали. И 10 попали в ворота. Это же говорит о полном превосходстве команды. Гусев. У нас второе звено на площадке. Звено Зиновьева. Положение вне игры. Или 6 человек. За численным составом как-то не очень наблюдает Райбер, потому что мы видели, как было уже нарушение сегодня численного состава. Но... У вас 30 секунд, дорогие друзья, для того, чтобы послать прогноз на исход второго периода. Напоминаю, первая цифра – количество шайб россиян, вторая цифра – количество шайб финнов, между ними точка или двоеточие, телефон 9191.
Тимонен будет вбрасывать шайбу к нам в зону. Соколов не успел ее остановить. Удаление последует. Нашего, что ли? Да. Семин отправляется, по-моему, отдыхать за блокировку. Да, вот она и есть. Такой шлагбаум. А борт опирался... Против Каллио, да. Ну, это у нас такие вещи проходят. Здесь и сразу удаление. Ну что же. Мы вчетвером. Финны сегодня два раза нам забили в большинстве. Нет, нету. Ох, как опасно. А Соколова там завалили, что он подняться даже не мог. Просто на нем верхом сидели. Оля Йокинен входит в зону. Ну что, выбросим, Антипов. Меняем мы свою четверку. Побыстрее нам надо расставиться. Харитонов, Дацук, Вышиткевич и Марков. Оля Йокинен, опасно противоположный фланг. Ну, легко финны входят к нам в зону. Калё. Выброшена шайба из зоны. Молодцы, хорошо. Практически одну минуту мы уже отыграли в меньшинстве. Тимонен. Опять не успевает Соколов. Дацюк мешает тут и Нумелину, и... Да, ох, как да. Опасно подставленная клюшка, но на наше счастье выше ворот шайба полетела. Выкатится на защитника. Нумелин. Молодец! Ой, великолепный какой бросок! Великолепно! В меньшинстве забили, ребята, молодцы! Вторую шайбу! Это Дацук! Это Дацук! За счет индивидуального мастерства! Принял бросок на себя защитника. Шайба застряла в ногах, выехал, обыграл. Причем да, как красиво обыграл. И Бэкстриму да, ничего не оставалось делать, как только капитулировать. Посмотрите. Бросочище, а не бросок. В момент обводки, и неожиданно это было, абсолютно неожиданно для Бэкстрема. Ну и обвинять Нумелина в том, что он вот так вот дал возможность бросить, смотрите, из-под игрока и в правую девятку, как у нас всегда говорят. 3-3. Но не 5 на 5, 5 на 4 забить не можем. Слава богу, 4 на 5 забиваем. Это в нашем русском духе. Создавать да, трудности, а потом, их преодолевать. Да. Но еще ничего не решено. 3-3. Всего 3-3. И вся игра начинается сначала. 12-я минута пошла. Второго периода матча. Но... Выброшена шайба из зоны. Ковалев и Малкин у нас обороняются. Мы все равно в меньшинстве. Рязанцев и Прошкин. Ну, пока в меньшинстве, еще 15 секунд нам играть. Оживились. Подержать наши. Можно шайбу. Подержать. Хорошо, великолепно. Болельщики оживились. Еще раз. Прекрасно. Молодец, Рязанцев. Ну вот. Теперь можно и сюда отправить. Все, мы в полном составе. Молодцы. Сейчас Прошкин и Рязанцев. Хорошо подержали шайбу. Снова Рязанцев. Вот сюда. На Ковалева. Контратака получится или нет? Малкин. Малкин. Ковалев. Да, не попал по шайбе как следует. Не надо было замахиваться. Да, мне тоже. Не надо было коротким, замахиваться коротким, коротким, да, кистевым броском, тем более, что он у Ковалева великолепен. Ну, хочется посильнее, наверное. Здесь уже такой... Но... Ковальчук получил шайбу. Мы его тут встретили. И очень опасный выход. Рита. Да, на наше счастье шайба просто проскользнула, но мимо ворот. Нервничает, да. Обратите внимание. Да нет, ну очень что же он нервничает? Что же ему нервничает, Сергей, когда такие выходы на наши ворота? Он назад вернуться не мог. Потерял равновесие. Это его соперник заставил. Конечно. Ну как мы прозевали опять фланг. Фланг Ковальчука был. Положение вне игры. Шайба вышла из зоны.
Мне кажется, Ковальчук как-то слишком часто увлекается атакой и все-таки остается в зоне. Но отдохнем. Нам все время повторяют этот момент, когда буквально на волоске было, как говорится, счастье на нашей стороне. Этот волосок, к счастью, оказался прочным. Шайба прошла мимо ворот. 3-3. 13-я минута заканчивается. На Сёдор Хольм. Ну, можно. Вот Сёмин, почему же он развернулся, Сёмин, в другую сторону, а? Вот поехал назад в оборону побыстрее. Сёмин, молодец, сам, Сёмин, сам, великолепно. Бросок к воротам, нет. Бекстрем на месте. Ну, правда, по пути шайба попала в клюшку сопернику и заскользила вдоль ворот. Далеко, широко расставляются наши защитники без страховки. Это Денисов и Карповцев. Яшин. Антипов ему помогает. У нас три сзади. А Вышиткевич, Марков и Семин. Неожиданный опасный бросок. Соколов шайбы не видел. Еще один бросок. Малкину надо помочь. Молодец, Малкин. Молодец. Только драться не надо. Малкин там и вратаря прикрывал, и не дал возможности добить шайбу, которую Соколов выронил. Сыграл здорово, как положено. Звенули Йокинену у финнов, на флангах Пелтонен и Каллиум, и защитники сзади Вейненен и Кукканен, второй номер. Лассе Кукканен. А у нас первое звено, звено Дацука. Выиграл вбрасывание Дацук. Харитонов подбирает шайбу. Финны все сразу отошли в среднюю зону. Вот один Пелтонен еще чуть-чуть попытался что-то предпринять. Харитонов. У финнов обычно очень гибкая оборона. Подвижная гибкая оборона. Сейчас они обороняются количеством. Очень пассивно. Удаление, конечно. Удаление. Пелтонен нарушил правила. Капитан команды против Алексея Ковалева, по-моему, было да, нарушение. Да, против Ковалева. Ну, посмотрим. Ребята, попроще. Это мы рекомендацию даем отсюда, с нашей комментаторской позиции. Попроще через защитников, да. И все должно лететь туда, в сторону ворот. Если будет помеха, то это очень хорошо. Проиграли вбрасывание. Гусев. Зиновьев. Ну, не надо спешить. Все, расставились. Зиновьев. А у нас что, Ковальчук защитником выехал? Ну, он там занимал вот, позицию. Да. Бросок к воротам, нет. Гусев пробрасывает шайбу за ворота. Зиновьев сразу отвалился от соперника. Проиграл моментально борьбу. Жаль, жаль. Козлов. Проброс. Неаккуратно. Имея на одного игрока больше, это все-таки слишком расточительно, я бы сказал, так действовать. Еще раз первое звено. Вот неплохо очень. Зиновьев сейчас бросал по воротам. На повторе это было видно чуть-чуть повыше, и шайба могла оказаться в верхнем углу. Крикунов и наш штаб чувствуют, что сейчас надо додавливать, сейчас надо перехватывать инициативу. Поэтому он выпустил первое звено, не третье, четвертое, а первое звено на реализацию численного большинства. Ниеми. А финны атакуют вчетвером. Ну, мы же забили вчетвером. Финны тоже думают, что могут это сделать. Почему нет? Надо вбрасывание выиграть Дацюку. Он мастер по этому показателю.
Шайба у нас. Ворота. Хорошо. На Маркова. Неплохо было. Очень неплохо. Хорош пас был от Маркова. Вы знаете, но защитник вовремя сориентировался. Вовремя. Прихватил помешал Харитонова. Да. Да. Просто Башиткевич по бульдожье прихватил. Дацюк. Нет, этот... Снова Дацюк. Ну, бросать. Марков промахнулся по шайбе Дацюк. А жаль, чуть не точно. Ну, снова Марков. Надо же, не вовремя клюшка ломается у Дуцюка. Бил по пустым воротам и, к сожалению, клюшка сломалась. Самый неподходящий момент. Даже до скамейки у него уже нет. Да. Конечно, наше первое звено сегодня накушается. Простите меня за это Овечкин. Слово. Много Ковалев. У нас игры. Стоячие, очень много. Принимаем шайбу стоя. Это никак не способствует остроте атак. Назад защитнику Овечкин. Да, хорошо. Бросок к воротам. Нет, мимо. Ну, получится, может, контратака у финнов. Назад красные, назад. 4-2. Не игры, слава богу. Рекламная пауза у нас. Да, финны устали. Финны озадачены. Вести 2-0, а сейчас 3-3. Но при всем при том, я хочу вам сказать, что преимущество по броскам просто вдвое у нас. 26-13. А счет 3-3. А должен быть, если бы так пропорционально соблюдать, да? Ну, наверное, Борис? В нашу пользу, конечно. Вилли Пелтонен. Положение вне игры. Нет, не у Йокинина Олли, а у Каллио там на правом фланге. Ну, а с ними защитники Кара Лахти, 10-й номер, и Тимонин, 4-й. Кара Лахти поиграл в профессионалах. Так же, кстати говоря, как и Вилли Пелтонен в Лос-Анджелесе. Но недолго он там был. У него были определенные сложности с получением рабочей визы в Америке, поскольку еще играя в Финляндии, это было лет 6, наверное, тому назад, был замечен в употреблении наркотиков. Афиногенов! Нет, это простите, Малкин. Малкин! Ну, надо было завершить атаку броском по воротам. Все было хорошо. И последнего игрока зря вводил Евгений. Зря. Ребята на пятачке повнимательнее. Снова Афиногенов. Малкин. Малкин. Ну, мог но сам вот бросать. Мог хитрим, сам бросать. Хитрим перед воротами и неплохо. С защитником отыграться можно было. Я, честно говоря, по современному хоккею сам бы бросал по воротам. Конечно, передача была очень и очень неплохая. С одной стороны, но с другой стороны, современный хоккей все-таки требует вот из таких позиций бросать самому. Афиногенов назад, да. Не надо трогать соперника. Семин. Вот хорошо держим шайбу в зоне соперника. Ну, в этот хорошо. Момент затеяли смену как раз, и у нас свежие силы на льду. Ну, надо поатаковать. Нет, не получилось. И сейчас контратака. Останавливает шайбу, прижимает ко льду Максим Соколов. Не получился бросок. Вот проход Малкин. Смотрите, мы об этом говорили как раз. Да, вот уже вот все можно было бросать. А там клюшка на льду лежит, он об нее запинается да, на этом да. маневре. Смотрите. Вот отсюда можно было бросать с точки вбрасывания. Наехал на клюшку, нога, конек ушел, опоры нет и, конечно, бросок сделать не удалось. Можно ли считать это подножкой? Наверное, нет. Нет, ни в коем случае. Потому что игрок упал, и у него клюшка лежала просто на льду. Причем упал по собственной инициативе Антипов. Вывел шайбу из зоны. Карповцев. Карповцев. Ну что ж, он же видел. Саша же видел людей. Что же... И никто из партнеров не подсказал, очевидно, да он что видел, сзади что соперник. Он видел, когда не видел шайбу. Не видел. Если бы он видел, он бы так не сыграл.
54 секунды до окончания. Россия, Финляндия. Это четвертьфинальный матч здесь, в Винерштадтхалле, в Вене. Финнам удалось забить на предпоследней минуте, да? Да. Нам удастся на последней. Нет, вбрасывание в нашей зоне. Играть надо до последних секунд. Это нам сегодня продемонстрировали чехи наглядно в матче с американцами. Бились, сравняли счет и в конце концов по буллитам, но выиграли. Чехи играли сегодня хорошо, они были сильнее американцев. И с моей точки зрения абсолютно эту победу заслужили. Если бы они проиграли, им бы было обидно, поскольку они владели инициативой на протяжении почти всего матча. Хотя я вам должен сказать, что на действиях всех команд, 8 участвующих в четвертьфиналах, лежит печать усталости. Чуть меньше 3 минут в матче в Инсбруке. Там по-прежнему шведы всего лишь в одну шайбу имеют преимущество. 2-1. Ну что, последнюю атаку можем провести. Зиновьев в центре с Ковалевым и Харитоновым. Почему-то Дацука у нас сейчас нет. Харитонов. Зиновьев. Харитонов. Ковалев не сумел остановить шайбу. 6 секунд. Ковалев вовремя подстраховал защитников. Все, звучит сирена. 3-3 после второго периода. Мы уходим на перерыв. Появляется российская команда. Мы продолжаем прямой эфир четвертьфинального матча чемпионата мира по хоккею в Вене между сборными России и Финляндии. Финны выиграли первый период 3-2, наши выиграли второй 1-0. И вы знаете, только 6 правильных прогнозов на исход второго периода. Либо у нас так мало было людей, которые верили, что сборная России выиграет, либо были люди, которые считали, что это будет большее преимущество. Но, во всяком случае, если в первом периоде 1 правильный прогноз, во втором только 6, я напоминаю, вы в третьем можете сделать свои прогнозы. Итак, отправьте смс с предполагаемым счетом на номер 9191. Счет должен быть написан так. Первая цифра. То количество шайб, которое забьет сборная России в третьем периоде. Точка либо двоеточие. И затем цифра, которая обозначает количество шайб, которые, на ваш взгляд, смогут провести финские хоккеисты. Каждый правильный смс-прогноз оценивается в 30 баллов. И, внимание, прогноз принимается только в первые 10 минут чистого времени периода. Будьте внимательны. Команда на поле, судьи тоже сейчас вот, ну, будем так говорить, остатки финской сборной появляются на льду. Ворота закрываются. И судья сегодняшней встречи Брент Рабер введет шайбу в игру. Эрка Вестерлунд на вашем экране, он торопится занять свое место. Наши тренеры, поскольку на дальней скамейке отхода, они пешочком через лед идут обычно. Потому что через фойе пройти совершенно невозможно. У нас первое звено, звено Дацука. Ну и, естественно, первое звено тоже у финнов. Я говорю, естественно, потому что каждый период эти звенья начинают. Это стартовые составы и той, и другой команды. Калле, Оли Йокинен и Вилли Пелтонен. Защитники Каралахти и Ери Каралахти и Киммо Тимонен. Тимонен выбрасывает шайбу из зоны и выбрасывает ее на скамейку собственную. Выбрасывание будет в средней зоне. Нам бы добавить движение, если у игроков еще есть силы остались. Силы, да, добавить движение. И я бы добавил еще... Ну, есть же русская смекалка, есть, Сергей, русская хитрость. Против этих компонентов, насколько я знаю, в хоккее никто устоять никогда не мог. Вот хорошо бы похитрее сыграть. А
Не смог Харитонов остановить шайбу. Ну и неудобно ему было, так честно говоря. Сам идет. Харитонов. Молодец, Александр Ковалев. Бросок по воротам. Не видел, куда шайба попала. Куда попала шайба, Сергей? И я не видел. Но вот сейчас очень опасно было. Ковалев там боролся на пятачке с финнами. Мы уже пару бросков вот за короткий отрезок времени сделали. Но очень долго наше первое звено находится на поле. Больше минуты. Удаление у Ковалева. Да, ни к чему, совершенно ни к чему. Поехал на замену, по пути встретил соперника и решил ему как следует поддать. Но не по правилам. Толчок на борт. 2+10. 2+10 толчок на борт. Мы остаемся, во-первых, на 2 минуты без одного игрока. Будем играть в меньшинстве. Ну и еще добавим сюда 10 минут. Значит, Ковалев выйдет на поле только через 13,5, когда будет на табло 13,5 минут. Тогда появится Ковалев. Зиновьев не успевает. Назад защитнику. Это Нуммелин. Бросок к воротам. Нет, не получилось. Выйдет шайба из зоны. Вышло, по-моему. Нет, все-таки не вышло. Успел Вилли Пелтонен к этой шайбе. На Пелтонена. Молодец, Соколов. Хорошо там сыграл. Как важна выдержка, Борис. Конечно. Важна выдержка. Вот Овечкин и Ковалев, вы видите, сидят вдвоем на скамеечке. Опытный Ковалев и молодой, не очень опытный, будем так говорить, Овечкин. Теперь нашим надо еще думать, тренерам, кого выпускать взамен Ковалева в этом звене. Ну, я думаю, что будет там появляться Овечкин. Часть. Нет, не Овечкин, скорее всего, Афиногенов. Денисов повнимательный. Не разбрасываться, повнимательный. Пелтонен. Расчетливость должна быть. Семин, Денисов, Яшин. И Карповцев. Не надо вот проваливаться Семину далеко так. Нет, Карповцев не уступит в борьбе, но вот в быстроте уступил. И здесь он помог. Но если Яшин здесь сместился Семину, то надо было быть Каралахте. Хорошо, финны держат шайбу в зоне. Бросок по воротам. Молодец. Соколов все-таки эту шайбу сыграл. Успел переместиться и как-то в нагрудник попала ему шайба. Не можем никак выбросить шайбу из зоны. Игрок без шлема играть не имеет права. А он и поэтому не играет, не участвует в игре. 2 секунды и выйдет Овечкин. Овечкин вышел. Помочь Овечкину. Он свежий. Может быть, и пас ему. Нет, не выдается нам выбросить шайбу из зоны. Никак. Ну, не надо торопиться. Вот, хорошо, великолепно. Овечкин. Очередной бросок, на этот раз мимо. Овечкин. Датюк. Овечкин. Датюк. Сам пошел. Удаление будет у Фин. Удаление. У финнов удаление, но побороться. Нет, там уже финны коснулись шайбы, и поэтому был свисток судьи. Рекламная пауза. Наверное, выйдет звено Дацука. Нет, вы знаете, Афиногенов, Малкин.
и Овечкин. И Овечкин, защитники Прошкин и Рязанцев. Это Прошкин. Афиногенов. Бросок к воротам. Мимо шайбы пролетел. Рязанцев успеет? Нет, не успел. Надо отходить назад. Поточнее с пасом Овечкин. Нельзя терять шайбу при входе в зону. Ни в коем случае. Можно нарваться и на контратаку. Но сейчас соперник не очень к этому стремился. Рязанцев. Сорок секунд уже прошло, и в зону мы никак войти не можем. Овечкин у нас ушел. Афиногенов, Ковальчук. Великолепно. Максим назад, защитнику, да. Рязанцев. Это Прошкин. Бросок к воротам, попадает в ногу сопернику. Снова Прошкин. Ну, кстати говоря, Прошкин довольно результативный игрок. Он однажды даже на Кубке Балтики был самым результативным в составе нашей сборной. Третья смена появляется у нас во время численного большинства. Это звено Зиновьева, защитники Гусев и Калинин. Это Гусев, Зиновьев. Во, передачу делал сейчас Зиновьев. Чуть было шайбы. Гусев там в центре, а здесь зона не закрыта. Ковальчук ждет. А можно Козлову играть? Ковальчук. Все три нападающих в одном углу. Ну, ребята, надо как-то расставиться. Растянуть защиту соперника. Ковальчук. Шайбы. Стучит Соколов по льду, предупреждая полевых игроков о том, что сейчас выйдет пятый. Осталось 2 секунды. Не сумели реализовать фактически. Да. Все. Ни один бросок не дошел до ворот. Нет, был один бросок. В грудь попал он вратарю Бэкстриму. Победитель этой пары выходит на Канаду. Дацук! Ох, какой! Кистями Вышиткевич за ворота. Но судья считает, что Афиногенов, ну, вот как я и предполагал, он в этом звене вместо Ковалева. Афиногенов проехал по вратарской площадке. Он в воротах лежал, вылез оттуда. И... этого делать нельзя. Судья считает, что сбрасывание должно быть в средней зоне. Очень Дацук относится, вы знаете, серьезно к каждому игровому. И в результате он его выиграл. Он лучше у нас сосредоточен полностью. Полностью сосредоточен на игре. Руту. Хорошо. Дацук. Удаление. Подножка. Афиногенов. Можно не спешить. Сейчас шестой выйдет. Мы опять получаем численные преимущества. Седьмая минута заканчивается третьего периода. Яшин. Яшин, Семин, Антипов. И защитники Рязанцев и Карповцев. Два праворуких защитника. Рязанцев побыстрее надо. Но он первым будет у шайбы. Ох, как проиграл единоборство.
Персинин там очень активен был и по-прежнему продолжает активничать в нашей зоне, перекрывая возможные пути передач нашим. Хорошо, одного отыграли. Да бросок что ж, ворота-то попасть бы, а? Встать надо, разыграть. Да, это инхейловская у нас привычка бросать по воротам. Появилась она у нас с тех пор, как появились агенты в нашей стране. А сейчас их тут полным-полно на трибунах. Да, которые говорили, наверное, своим игрокам приблизительно следующее. Не отдавай никому, сам бросай. Контракт у тебя будет в зависимости от того, сколько ты забьешь, сколько ты сделаешь передач. Вот поэтому мы надо-не надо бросаем по воротам. Яшин поборолся. Антипов. И шайба осталась. Яшин. Неточная передача. Ну что ты будешь делать, а? 38 секунд. Наши меняют состав. Нет, и на этот раз не сумеем реализовать, наверное, численное преимущество. Не сумеем. Ну вот сейчас Ковальчук задержится с шайбой. Хорошо, хорошо, Илья. Зиновьеву. Соколов опять клюшкой стучит, что выходит пятый. Ну что ж такой бросок не получился сейчас у Калинина. Руту. Рядом с ним Хагман. Чуть было себе не забили, опять, как в первом периоде. Козлов. И опять вдвоем на шайбу идем. Здорово. Молодец, обманул. Рязанцев. Бросок. Но Бекстрим. Бекман на месте. Бекстрим. Рекламная пауза. Судья Райбер поехал смотреть видео. Нет, не было гола. Сверху видно, что гола не было. Причем от конька еще летела шайба. Гола не было. Но он на всякий случай поехал. Потому что один уже, который не смотрел видео, а я имею в виду Владимира Шиндлера, чеха, лишен права судить решающий матч решающего раунда. Латыши подали протест. Протест, конечно, не был удовлетворен, но самого Шиндлера дисквалифицировать не дисквалифицировать, потому что он один из самых опытных, уважаемых арбитров, но наказали таким образом. И уже Райбер не рискует. Да нет, нет, там сантиметров 10 шайба не дошла до линии ворот даже. Чего ж здесь смотреть-то? Сорок секунд у вас, друзья, для того, чтобы сделать прогноз на исход третьего периода. Десятая минута третьего периода. 3-3 по-прежнему. Это результат двух периодов. И мы проиграли вбрасывание в зоне соперника. Рязанцев, Прошкин. Неудобная передача. Овечкин ее даже если бы остановил рядом соперник, сразу тут же навязал бы ему силовую борьбу. Во всяком случае, было бы столкновение. Малкин. Ну, где партнер это? Овечкин. А вот это не шлагбаум был? Нет, нет, все чисто было. Афиногенов обыграл уже один раз соперника. Ну и надо было использовать свою скорость. Неплохо держим шайбу в зоне соперника. Ну вот, потеряли ее. Рязанцев. Нам тоже надо меняться. Меняться. Рязанцев с шайбы ждет, когда это произойдет. Звено Малкина покинуло поле. Да. Что касается
организации атаки, то у нас определенные сложности. Я имею в виду пас от защитников к нападающим. Каралахти вбрасывает шайбу к нам в зону. Ну, Дацук, надо было бы ему, наверное, оперев. Вдвоем против одного. Антипов. Харитонов уткнулся в... Нет, уткнулся в защитника, не получилось. Не с руки было бросать. Пока перекладывал, уже все. В острый момент ликвидирован. Харитонов будет бросать, наверное, бросок к воротам. Ну, хоть бы кто-нибудь попытался соперника на скорости в зоне обыграть. Нет, вот из-под защитника бросают и бросают. Ах, как жаль. Надо рисковать нападающим, идти в обводку. Какой мощнейший Йокинин, это, да? Юсси Йокинин. Ковальчук. Калинин. Отдохните несколько секунд, друзья. Борис, а как вы считаете, все-таки сейчас у кого преимущество? Или ни у кого вы его не видите? Нет, у нас есть преимущество, оно четко обозначено. Остроты не хватает в действиях наших нападающих. И я бы почаще подключал к атакам защитников. Я имею в виду для бросков по воротам от синей линии. Это поможет разорвать оборону соперника. И пять человек практически играют постоянно в обороне против наших троих нападающих. Вот чтобы этого не было, надо сыграть с защитниками. А защитники пусть угрожают, пусть бросают по воротам. Тогда соперник вынужден будет... Бросок по воротам! Это Семин. Яшин. Рикошет, и шайба покинула зону. А легче нашим нападающим тогда будет играть, если к атаке будут подключены к завершающим броскам, поворотам наши защитники. В двух звеньях, как я и предполагал, Афиногенов играет. У нас Афиногенов, Малкин. Ковалев скоро должен появиться. Да, через минуту. Да. Бросок к воротам. Невообразимым образом Бекстрем парирует этот бросок. Малкин раз проиграл. Тимонин. Ну, вот Овечкин должен сторожить эти передачи. Сторожить. Судья помог нам. Да, помог судья. Малкин. Афиногенов. Можно играть. Можно играть. Прошкину, молодец. Это Афиногенов. Бросок к воротам. Нет. Хентунин принял его на себя и выбросил шайбу в нашу зону. Ну почему нет-то? Судья вот разводит руки в стороны, показывает, что нет проброса. Конечно, был проброс. Он считает, что его мог догнать защитник. Ну как догнать? Он что, наш защитник? У него скорость Формулы-1, что ли? Нет, наверное. Вененен пробросил шайбу одной рукой вперед и не пошел больше туда. Вернулся на свое место. Харитонов рядом с ним. 14-я минута третьего периода. Замена. Далеко Харитонов стоит. Далеко. Вот он всегда располагается. Это Антипов. Всегда располагается между красной и синей линиями. Контратака соперника. Опасно. Наши немножко отвыкли обороняться, потому что достаточно много времени провели в третьем периоде, да и во втором тоже.
в периоде тоже в зоне соперника. Дацук. Не удалось выбросить шайбу, а? Какая вязкая игра, как два борца вот схватились в стойке, и никак никто по одному в портер не переведет. Бросок воротам, дед, мимо. По опять одному. Ковальчук бросит, играем. Разочаровывается и выключается из игры. Как будто вот зрителем становится мгновенно. Нельзя же так себя любить. Ну, что сделаешь? Такова манера игры этого нападающего. Появился Ковалев, все, отбыл свои 12 минут. Может, вот так со стороны, посмотрев сейчас на игру, капитан нашей команды Ковалев, остыв, все-таки как-то какую-то такую струю, я бы сказал, надежности внесет. Ну, трудно сказать, как это все будет. Очень трудно сказать. Выбился из ритма наверняка Алексей. Ну, с другой стороны, надо дать возможность Афиногенову чуть-чуть отдохнуть. Ну, конечно, свисток должен быть давным-давно. Но он свистнул в тот момент, когда шайба освободилась. Как всегда, задержался. Рекламная пауза. Да, Оля Йокинен тут тем временем высказывал свою претензию арбитру. Напомню его имя, Брент Райбер из Швейцарии. Не знаю, я, конечно, небольшой специалист, но даже Борис Майоров, который провел всю жизнь свою в хоккее, считает, что Райбер не очень уверенный арбитр. Денисов. Да, надо переходить красную линию, вбрасывать шайбу в зону. Других вариантов не было. Антипов. Очень внимательно надо сыграть в обороне сейчас. Очень внимательно, поскольку финны об атаке и не думают. Но она может возникнуть совершенно неожиданно. Да, стоит нам ошибиться, и эта контратака может возникнуть. Финны сейчас мне напоминают такую пружину, которую сжали. Выдержит она, не сломается. Или наоборот, мы ее вдребезги разобьем. Яшин, Карповцев, Денисов. Антипов и Харитонов на флангах. Антипову чуть-чуть раньше надо было атаковать соперника. Положение вне игры. Посмотрите, какие упорные, очень упорные четвертьфиналы. Канада с трудом выиграла у Словакии. Только по булитам чехи одержали победу над американцами. Да и сейчас в матче в Инсбруке только 2-1 в пользу шведской сборной. Но если это и не сенсация, то во всяком случае неожиданный результат. Это Хагман мимо выйдет шайбы из нашей зоны. Но можно Афиногенову мешать сопернику. Но. А здесь Овечкин должен был работать. Рязанцев не глядя. Нет, не вышла шайба из зоны. Ну, почему к себе-то в зону? Ну, вот Овечкин около синей линии соперника. Даже заехал в зону соперника. А Малкин провез полполя шайбу и некому отдать. Сейчас Прошкин смотрит. А где же крайний нападающий? Ну, Овечкин-то не успел вернуться на свое место. Рязанцев. Такая игра со взаимными ошибками. Нервная, потому что остается-то всего ничего. Три минуты. Сергей, четкое расположение до конца третьего периода. Должно быть всей пятерки для того, чтобы преодолеть оборону. Стоя принимаем шайбу. Сборной. Вот Афиногенов сейчас стал на синей линии, ждет передачу. Стоя. Смена у нас. И как раз момент атаки финнов. Каралахти. Ковалев появился у нас.
Вышиткевич. Ох, проиграл единоборство. Вот Персенин оказался устойчивый на ногах. Ковалев. Но три финна сзади. Ничего не сделаешь. Ковалев пытается обыграть Тимонина. Ну, наверное, пройдет за ворота, да. Вылезает и из ворота. Бросил. И даже бросил, да. Ну, островат угол был. Назад надо бежать нам. 2 минуты до окончания встречи. Сейчас об этом диктор объявит. Вот он это и делает. Не надо, Козлов, этого делать. Ну, не надо просто. Защитники у нас меняются. Гусев появился. И так медленно-медленно. Вся игра финской сборной сосредоточена на обороне. Вся абсолютно. Вот сейчас только удалось Гусеву вбросить шайбу в зону соперника. Ну, вбросили они, выбросили. Хакман. Неприятная атака. Ох, как опасно было сейчас. Ох, это то, о чем я говорил. Ковальчуку надо не тормозить, идти дальше, идти дальше. Все, потерял шайбу. Потерял. Нет, не будет удаления, не будет. На последней минуте не рискнет Драйбер удалять. Да. Яшин. Хентунен. Как опасно опять. Да. Спасибо Соколову. Хорошо. Бросок к воротам. Секунд до конца третьего периода. Я напоминаю, сегодня те из вас, кто смотрел наш первый репортаж чехов с американцами, видел, что там был овертайм. Так вот, здесь тоже правило действует. В том случае, если завершается 3 периода в ничью, 10-минутный овертайм до первой забитой шайбы. Наступает момент истины, называют внезапная смерть, я уже так говорил, или внезапная радость, для одних смерть, для других радость. Ай-яй-яй-яй-яй. Хороший был бросок, да. Гусева, по-моему. Но что, опять судья, проброса нету. Ну и мы тоже не должны рисковать, все правильно. Молодец, выбросил шайбу из зоны, Малкин. Все, овертайм. Пару ну что, друзья, нам придется с вами нервничать еще, сколько, никто не знает. Но если проводить аналогии, то я вспоминаю, смена составов у команд. У финнов остаются та же пара защитников. Ковалев, Ковальчук, Гусев, Калинин. По-моему, Зиновьев, Ковальчук. Нет, да, извините, Зиновьев, Ковальчук. Ну, а у финнов Нуммелин, Ниеми. Персенин. Отбивает этот бросок. И Капанин, Ника Капанин, 39-й номер. Очень агрессивный нападающий из Далласа. Мы тоже не очень активны. Ну и, наверное, это оправдано. Положение вне игры там было. Положение вне игры. Заберет шайбу наш защитник Калинин. Ну, можно Ковальчуку отдать. Это наши Зиновьев. Поехали на смену. Зиновьев падает. Не надо, мне кажется, нашим в зоне атаковать. Ну, смотря по обстоятельствам, Сергей, если шайба нейтральная,
И я чувствую, что я могу или вступить в борьбу, или даже больше завладеть ею. Хагман, очень опасно. Да, блестяще сыграл Юкова. Самоотдача какая была. Да. Изо всех сил бежал назад. И все-таки помешал нашему Акиногену. Повернуться лицом-то к игроку надо Прошкину. Карповцев. Да ну, Карповцев должен ожидать этот пас ответный, потому что Афиногенову некуда деться. Ему можно было сыграть только назад, ответный пас сделать нашему защитнику. Ну, Малкин. Нет, Семин. Это Семин, бросок к воротам. Обидно, чуть-чуть. Да. Очень, очень близко были сейчас. К успеху. Чудом Бэкстрим каким-то локтем там прижал шайбу к боку. 2 минуты 23 секунды сыграны в овертайме. Шведы выходят в полуфинал. 2-1 выиграли они в тяжелейшей борьбе. И с чехами встретятся здесь послезавтра. Интереснейший матч нам предстоит с вами посмотреть. Европейский полуфинал. Чуть-чуть не успел Яшин. Сам выиграл выбрасывание. И... Леша, не надо, мне кажется, рисковать так. В никуда пас отдавать. Семин. Не успеет. Догнать. Да, можно, можно играть. Ну, почему-то вот очередной. Не обыгрывает. Нет, не обыгрывает. Так в России обыгрывал классно. Да и за сборную когда играл. Да. Тут что-то у него вот с этой болезнью уверенность это пропало. Положение вне игры. Свисток судьи был. 3 минуты 15 секунд сыграли команды в овертайме. Калево залез в офсайд. Ни той, ни другой команде не удалось решить исход встречи. Наша болельщица, страдающая. Лишь двое правильных прогнозов сделано. Это Дацу. Два правильных прогноза в третьем Хорошо, периоде. Хорошо, Марков. Бросок к воротам, нет, мимо. И вдвоем против одного, нет. Калем. Йокинин. Очень опасно финны атакуют. Они гораздо острее, чем мы. И быстрее катятся. Пока да. Атаки. Здорово отобрали шайбу. Ну куда, отдавать-то некуда. Да нет, не надо так играть. Смена. Наши тренировали не только игру в большинстве сегодня на тренировке, но и отрабатывали буллиты. Я вам говорил о том, что не очень удачно в большинстве друг против друга играли, как бы реализация хромала. Ну и с буллитами было не очень. Может быть, поэтому так и стараемся забить вот сейчас. Выиграли мы вбрасыванием. Кадем. Овечкин успеет к шайбе. Нет, опережает его Бэкстрим. Так одной рукой отправил шайбу в угол площадки. Внимательнее надо сыграть Овечкину было. Сейчас будет бросать, наверное, нет. Обыгрывал в угол. Пытался, ну пытался, молодец, молодец, обыграть. Здорово. Да. По-моему, подустал уже Овечкин. Вот эти качели пошли, очень неприятные качели. Прошкин там Нам как метлой. Нам качели не нужны. Как метлой прямо клюшкой действовал и выбил шайбу. Вот Овечкин поехал меняться, устал, конечно. Два длинных ускорения сделал. Афиногенов пошел сам. Ну, по одному атакуем. Малкин. Опять Бэкстрим. А хорошо Малкин бросал. Очень хорошо. Все-таки низом, мне кажется. Надо низом. Посильнее низом легче будет. Ну, он и верхом пропускал сегодня. Бэкстрим.
Причем они же мы его не проверили. Какие, да. Малкин, Афиногенов, Прошкин и Калинин, по-моему. Нет, Вышиткевич. Наша четверка отходит назад. За спиной защитник. За спиной был у Вышиткевича, но тот успел ему помешать. Проваливаемся, к сожалению. Ну, сейчас ничего страшного. Все-таки три человека сзади. Половина овертайма позади. Максим. Ох, как опасно. Опять все коварно. Как опасно. Шайба, да, как лягушка, прыгает. Народ все перед на ним. Пятачок, а на пятачке обязательно игрок в белой форме. Обязательно. Прям сердце ёкает, не могу вот смотреть на эти моменты. Поплотнее надо с финнами, с владеющим шайбой играть в собственной зоне. Денисов. Яшин. Нет, ошибается. Нет. Алексей, эта передача не проходила. Калё, бросок к воротам. Яшин. И у него украл шайбу. Это Вилли Пелтоне. Спасибо Соколову. Да что ж такое, мы из хорош, зоны уже выйти хорош. Не можем. В этом эпизоде был Соколов. Не получили мы преимущество при игре 4 на 4 в овертайме. Не получили. Финны наши выглядят, да, мобильнее гораздо выглядят и интереснее во взаимодействии, да, в комбинациях каких-то. Они успевают отойти назад, построить оборону в средней зоне. А мы по одному атакуем. Каждый хочет быть спасителем отечества. Марков, Карповцев, ну что ж там, примерз на синей линии. Дацюк. Дацюк, да. Харитонов, и некому отыграть. Защитники в зону не пошли. Осторожничаем. Дацюк. Марков. Разобраны все, не с кем даже сыграть Дацюк. Было. Бросок к воротам. Ну что же она между ног-то вратарю не скользнула, а? Шесть минут 39 секунд. Хороший отрезок провела пара Дацук-Харитонов. Очень хороший. Зиновьев-Ковальчук. Калинин. Это Калинин. Но... пропускал шайбу Бэкстер. Вратарь выехал под бросок. Закрыл большую часть ворот, и ему в плечо шайба попала. Мощный бросок был Калинина. Повнимательнее надо сейчас сыграть Ковальчуку. Помогать надо защитникам. Ковальчук, ну обернись. Что же такое-то? Да. Шайба за спиной, он даже не смотрит. Чуть было плохо, не закончилась ошибка нашего защитника. Илья увлекается сейчас с Форчекиным. Не надо Илье туда ехать. Ну не надо. Там есть же крайний нападающий, который будет работать. Там он Малкин. По всему полю ездит просто. Да, там Малкин. Вот он со своего фланга на противоположный фланг. Вот он и где опять должен не быть. Не догоняет. Просто споришь, что сам пойдет. Нет. Застряла где-то в ногах у Вилли Пелтона на шайба. И сейчас останется 2 минуты играть. Ну, еще до 2 минут. 2-1. И вот 2 минуты до конца овертайма. Потери, украли постоянные шайбы, потери у Афиногенова. Начинает. И опять двое идут. Трое в двоих. Молодец, молодец. Гусев. Гусев, да, Гусев. Великолепно.
Судья упал здесь под нами. В овертайме Финны выглядят лучшим. Откровенно будем, да, Сергей? Да, согласен. Они мобильнее, они организованнее, да. И самое главное, они как-то острее. Хотя и во втором, и в третьем периоде мы имели явное территориальное преимущество. Посмотрите, что такое. Рухов-то такой пас дает. Он давал на синюю линию. Это зачем? Заставляют нападающие такие передачи делать. Наши нападающие. Они всегда в 40 метрах от наших защитников. Как им сделать передачу, я не знаю. Нет у нас таких защитников искусных, кто бы вот такие давал передачи. Хотя в истории нашего хоккея были. Чуть не снесли. Каралахтин. На своего партнера, на Тимонина. Снова Каралахтин. Овечкин вышел вместо Харитонова. Марков. Не надо спешить, мне кажется, сейчас уже. Не надо спешить. Главное не допустить ошибки. Датюк. Овечкина уронили. Ой, какая передача не прошла. Какая передача. Не увлекаться нам, не увлекаться атакой сейчас. Датюк. Додержать финнов в их зоне. Остается на счет. Молодец, можно защитить, делать передачу. 10. Нет, не удалось. Последняя атака финнов, очевидно. Но не будут они атаковать. Все, у них времени просто да, не хватит уже на то, чтобы это сделать. Все, мы будем смотреть буллиты вторые в этот вечер. И, честно говоря, я не знаю, как у вас, зрители, у меня нервы уже не выдерживают. Это лотерея. А кто выиграет в этой лотерее, сказать не берусь. Я тоже не берусь сказать. Аналогии я приводил. И самое главное, как мне кажется, во многом будет зависеть от вратарей. Соколов, на мой взгляд, нервничал, но и Бэкстрим-то был невеликим вратарем сегодня. Кто вот сохранил нервную энергию? Правда, можно заменить вратаря, можно поставить. Нет? Не стоит. Будет? Ну, я не думаю, что надо менять вратарям, потому что это редчайший случай, когда запасной вратарь сразу включается в игру, сразу начинает что-то парировать, брать. Нет, я это взял как теоретический момент. Давайте напомним о том, как проходила игра. В первом периоде Пакас Лахти и Хентунин вывели сборную Финляндии вперед 2-0. Мы отыгрались за счет голов Овечкина и Гусева. Но Тимонин успел в первом периоде, реализуя численное большинство, свою команду снова вывести вперед. Соколова нам показали, Борис. Во втором периоде Датсук сравнял счет. Соколова нам показали. Соколов сосредотачивается, закрыл лицо полотенцем, весь ушел в себя. Он понимает, что от него все зависит. Если нападающий не забьет, он должен не пропустить хотя бы. Вот. Но не только от него, зависит еще и от тех, кто будет бить буллиты. От них многое будет зависеть. Конечно, штрафной бросок в хоккее – это далеко не то, что пенальти в футболе. Его реализовать гораздо сложнее. И пусть зрители не удивляются, что в матче Чехия-Соединенные Штаты был реализован из 9. Я думаю, что сегодня наши болельщики смотрели этот матч в эфире на ТВЦ. Да, хотелось бы, чтобы наши нападающие сыграли сегодня результативно. Пробивали в левые ворота от нас в матче Чехия-США. Похоже, что опять в них будут пробивать. Судьи собирают записочки, маленькие протоколы, где указаны фамилии тех, кто будет выполнять буллиты. Наша команда встала у бортика. Финская тоже встала у бортика. Ну, по-моему, вот еще и обнялись нашим хоккеистам в надежде на то, что это им поможет. Точно так же, наверное, сделают и финны.
Не буду гадать, кто будет пробивать у нас. Не буду гадать. Хотя есть игроки, которые играют достаточно результативно, умеют использовать выход один на один с вратарем и разобраться с ним. Но должен вам заранее сказать о том, что в игровой обстановке выход игрока один на один – это одно. В конце концов, вратаря может что-то отвлекать. Может отвлекать партнер этого игрока там и так далее, что-то другое. Ну, а что касается буллитов, то здесь борьба один на один, единоборство. Кто кого. Финны бросают первыми. Соколов занимает место в воротах слева от нас. Нуммелин, защитник. Необычно, правда? Защитник пробивает. Ну, он несколько лет был самым результативным игроком швейцарского чемпионата. Браво, молодец, Соколов. Соколов. Молодец, не Макс. Не поддался. Молодец. Александр Харитонов, по-моему, у нас начинает. Харитонов и Бэкстрём. Штанга. Штангу попал, обыграл вратаря и попал в штангу. Это же надо. Чуть-чуть затянул. Буквально какую-то долю секунды, да? Видите, как пауза выдержала? Очень острый угол был. Очень острый угол. Пока подлаживался под шайбу, как бросить ее с неудобной руки, она далеко у него ушла, аж к линии ворот почти. Побыстрее бы руками сработал, и, наверное, шайба оказалась. Об этом я и говорил. Вилли Пелтонен. Нет, молодец. Макс, молодец. Алексей Яшин у нас. Алексей Яшин. Это лотерея. Повели. Ни одной шайбы не забил. Я себе вот так кулаки сжал. Алексей не забил до этого. Ему не везло по всем параметрам. И вот, наконец. Мы вышли вперед. Это третий был бросок у нас. Какая реакция Ковалева в Алексея была. Молодец, Алексей. Это Хагман. Никлас Хагман. 1-1. Под перекладину без вариантов. Шайба застряла там в сетке. Под перекладину без вариантов. Павел Дацук. Как он его убрал вправо. Великолепно сыграно. Браво, Паша. Свердлов гордится тобой. То есть пиши Екатеринбург и вся страна. Нико Капанян. И последний бросок. Четвертая серия. Завел. 3-2 мы выигрываем пока. Если финны промахиваются, вы понимаете, о чем я говорю, да? То все. Если Макс спасет. Если нет, у нас будет шанс. Но Йокинен один из самых коварных, один из самых опытных. Один хороший из самых... нападающий. Да, хороший, великолепный. Да. Передачи делать. Последняя серия. Финны начинают.
Последнее, если только не сравняется, а там дальше продолжится. В первой серии. Все! Россия в полуфинале! Россия поздравляем в полуфинале! Поздравляем! Браво, ребята! Молодцы! И все-таки я вам скажу, что это справедливо. Мы были лучше в сегодняшней игре. Пусть она не во всем удалась, но мы были лучше. И это справедливо, что мы стали полуфиналистами и будем здесь послезавтра играть с Канадой. Канада, Россия. Сколько лет существует это противоборство? И никогда, никогда это противоборство не было спокойным и равнодушным для зрителей. Россия в полуфинале. Ну вот какой-то болельщик наш выскочил, по-моему, на лед. Молодцы. Молодцы, ребята. Да простим им все недостатки. Финские болельщики страдают, но придут, я знаю, зальют горе пивом. Как они точно так же бы выпивали это пиво. Вот еще раз повтор. Оли Локинин исполняет буллит. И Макс Соколов. Россия остается единственной командой, которая ни разу не проиграла на этом чемпионате мира. А скажите мне, кого вы думаете признают лучшим игроком сборной России? Вы бы кого признали? Я думаю, Датсу. А я бы Соколова признал. В общем, два равных кандидата. Один обеспечил нам хороший гол, хорошую игру, хорошую оборону и очень красивый буллит. А Максим Соколов сыграл в серии буллитов классно. Но в конце концов, какая разница, кто лучшим? Важно, что команда стала полуфиналистом. Рита лучшим игроком. Это для нас признан. Успех, безусловный успех. Рита признан лучшим игроком у финнов. А я ведь загадал, что Оли Йокинен не забьет. Афиногенов удает. Ну что, он сегодня за пахал. За решающую шайбу, которую он раз, забросил. И самое главное, пахал за себя и за того парня, которого зовут Алексей Соколов. Да. Ой, Алексей Ковалев. Да. Я думаю, матч с канадцами не будет для нас таким нервным. Команда Финляндии отправляется завтра домой, и поэтому по традиции трех лучших игроков за чемпионат награждают организаторы. Давненько мы у финнов не выигрывали на чемпионатах мира, причем в решающих матчах. Давненько. Аналогия с 2002 годом повторилась. Только тогда был полуфинал, сейчас четвертьфинал. Капанин. Все Капанин. Логично, я скажу, у финнов хоккей все-таки пошел на спад после бума 90-х годов. Ярик Каралахти, второй лучший игрок в составе финской сборной. Капанин, Каралахти, Хагман. Хагман третий. Один защитник, это Каралахти, и два форварда. Ну вот под сводами Винерштадтхалле раздается громкое «Молодцы!».
Хоккеисты пожимают друг другу руки. Соперники были достойны друг друга, это абсолютно точно. Но наши действительно в который раз проявили характер и волю. Именно на морально-волевых выиграли. Наши все-таки были лучше. Имели территориальное преимущество почти на протяжении всего матча. Давайте посмотрим. Это решающий буллит, пятый, который не забивает Олли Йокинен. И Максим Соколов, молодец. Я думаю, он сегодня действительно понервничал, особенно в начале первого периода. Послезавтра, думаю, что команда будет другой. Разделите эту радость с нами. Я хочу сказать, что наш традиционно должен поблагодарить компанию «Союз Виктан» за поддержку трансляции игр чемпионата. Второй год «Союз Виктан» выступает генеральным спонсором трансляций и официальным спонсором чемпионата мира по хоккею. И традиционно Игорь Каменский попытается взять интервью. Я думаю, что у кого-то из игроков. Мы будем стараться находиться до этого момента в эфире. Как только у нас появится эта возможность, в прямом эфире Каменский побеседует с кем-то из игроков либо тренеров. Это огорчение Бэкстрима можно понять. Зрители покидают трибуны стадиона. Не так уж много, по-моему, сегодня было финских болельщиков. Обычно они себя... Ну, вот одна из представительниц. Не доехали они из Инсбурга все, да, сразу. Ну... И, вы знаете, может быть, это одна из мелких причин, по которым финны и не смогли сегодня победить. А сейчас рекламный блок на канале ТВЦ, после которого мы вернемся в Вену. Здравствуйте, дорогие друзья. Рядом со мной сейчас находится, вне всяких сомнений, лучший игрок российской сборной в сегодняшнем матче Павел Дацук. Именно он ответит на наши вопросы. Павел, наши поздравления с победой, с блестящей игрой. Как вам сегодняшний матч? Ну, трудная игра, много физики было. Но я рад, что мы выиграли. Хоть в лотерею, но все равно победа, она любая победа. Финны чем-то вас сегодня удивили? Наверное, мы себя удивили. Пропустили два гола таких, как бы. Тяжело все равно всегда отыгрываться. Ну, хорошо, что мы отыгрались и все-таки вырвали победу. Павел, о чем говорили, если не секрет, тренеры в перерыве? Ну, тренер, наверное, будет следующим. Вот он, наверное, и расскажет там все секреты. Моя работа, главное, выполнять задачу, а так рассказывать, это не мое. Я думаю, что и болельщики, и специалисты едины сегодня в мнении, кто же был лучшим в российской сборной на площадке. Вы, парень, скромный, как свою игру сегодня оцениваете? Все, команда была. Если бы даже хоть один игрок был лучше, это, думаю, не выиграть. Думаю, команда сегодня играла здорово, так что заслуга команды. Вы в этом году признанный мастер буллитов. «Динамо» победный буллит забили сегодня. Тренируете их отдельно? Я только мастер на тренировках, когда вратарей из второй команды берут, а так... Разно-разно приходится. Так что. А видели ли Канаду на этом турнире? Воочию нет. По отрывкам из игр видел. А так, как бы... Что думаете о грядущем полуфинале? Я еще, честно, не думал. Еще только это переваривается, что мы выиграли, как бы. Так что рад, что много сегодня болельщиков было. Большое им, что они нам помогли. Спасибо, конечно. Уже намного больше, чем было первые игры. И последний вопрос. Способны ли сборные еще прибавить? Как вы думаете? Конечно, да. Еще, думаю, еще намного есть. Много силенок, так что все впереди, думаю. Большое спасибо, Павел. Желаем вам победы и успехов в следующих матчах. Все, всем приятно. Большое спасибо Павлу Дацуку. Это был лучший, вне всяких сомнений, игрок сборной России в сегодняшнем матче. До скорого, дорогие друзья. До будущих побед.